за этими событиями сам лично осматривал. Почему? Потому что для меня дорого состояние нашей России, ее мощь, ее крепость. И те события, которые хотели подорвать наши устои, это я считаю, как власовцы в годы Великой Отечественной войны хотели тоже, кажется, ударить нас в спину. Я поддерживаю полностью выступление президента нашего, его озабоченность. Тяжело, больно, но я думаю, мы все-таки победим. И ту контрреволюцию, которая попыталась сегодня сделать какой-то определенный переворот или что-то захватить на южных рубежах, я думаю, мы все равно победим.